стоит груженная машина, и, соответственно, разгружаться нам нельзя. Доброе утро. Сегодня 1 сентября 2016. Погода отличная. Как и обещали, что 1 сентября первая половина будет без дождей. Но пока вроде никаких намеков на опасные тучи нет. Ну, не знаю, сбудется прогноз, нет. Хотелось бы верить, что будет все-таки солнышко, как вчера целый день. Машина с утра завелась на удивление хорошо. Я час ее не глушил, пока ездили. Сейчас заглушил на итальянский первый раз. Ну, не знаю, посмотрим. Будем надеяться на лучшее, если что, вода у меня есть. Ну, кто говорил, что типа Питеру хорошо? Во-первых, типа, второй после Москвы, во-вторых, типа, Путин отсюда. Вот посмотрите внимательно то, что на регистраторе видно, какие в Питере дороги по центру. В Москве там все строят, строят, строят. Тут трындец какой-то, на Московском перекладывают асфальт, там, где он нормальный, потому что правительственная трасса. Так. У меня магнитофон периодически выскакивает из пазов такой тряски. Что вот так вот весело и все. Здорово. Перечислила денег на пресс, куда мы возим мусор, где прессуют. И стоит груженная машина, и, соответственно, разгружаться нам нельзя. Поэтому ждем, когда решится вопрос. Когда решится, я не знаю. Сколько стоять, неизвестно. Это не считая того, что машина у меня заглохла. Не еле, ну как, не еле завелась, а пришлось ловить другую газель и от нее прикуривать. Так что все весело. В хорошее время я в этот момент уже колпин ударял. Так мы еще даже не разгружались. Прекрасный день, 1 сентября. Посмотрим, чем дело кончится. Мы постояли там 2,5 часа на базе и вот только закончили, а в 5 утра вставать, так что вот так весело, и машина, соответственно, еще выделывается. Ну, сейчас, слава богу, завелась, утром она обычно тоже нормально заводится, так что до завтра, всем пока.